Спонсор канала – компания Thermal Take. Thermal Take – игра еще легче. Всем привет, я Арина, и с вами Технокухня. Сегодня у нас двухдисковый накопитель от Silverstone. В комплекте сам накопитель, адаптер питания, USB 3.0 кабель и инструкция. Корпус алюминиевый, размер весьма компактный, 12 на 17,5 на 8 сантиметров. Сзади накопителя находится гнездо питания, USB разъем и кнопка включения. Спереди индикаторы работы и крышка. Под крышкой находится блок настройки RAID массива. RAID 0, RAID 1 или без RAID. Инструкцию по настройке можно найти на внутренней стороне крышки. Система крепления весьма простая. Просто вставляем жесткий диск в отсек устройства. Щелкаем до упора и закрываем крышкой. Устройство весьма тихое. Шум с расстояния 1 метр всего 34 дБ. Судя по тестам, модель одна из лидирующих на рынке. Скорости чтения и записи достигают 300-400 мегабайт в секунду. Для наивысших скоростей нужно использовать твердотельные накопители. Цена при этом невысокая, всего $79. За простоту, компактность, скорость и цену мы вручаем золото. А с вами была Арина, увидимся!